можно считать, что доброе утро свершилось. Не попривечу! Прямо 7 метров в секунду. Эй-гей-гей-гей-гей! Погода-бомба! Контент! Огонь! А кто планером управляет? Ты заснял? Да! 5800 метров. Здравствуйте, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какой ужас творится на улице. Все качается. Все шатается. И как вы думаете, что ваньяги такие мы делают в такой ранний час? В 5 часов 30 минут. Они собираются на полеты. Да. В такую рань, потому что мы летим на волну. Мы пытались пролезть через дырочку, у нас не получилось. Поэтому вот в таком виде мы встречаем рассвет. Я боюсь лезть, вот дырочка-то есть. Но на самом деле стрёмно, вполне возможно начало обледенения. Собственно, оно и есть уже на крыле. Я уже с этим знаком, видите крыло во льду. Опять у нас лед. То есть как раз зона неприятнейшая. Вот это вот осадков этих, блин, будь они неладны. Не осадка в смысле облаков. Поэтому я сейчас нахожу дырочку, в которой уже в данном случае снижаюсь ниже облачности. И буду уходить на юг, там где по суше. Так называемый черный мокрый мистраль. Ухожу под облаками на юг. Вот как это выглядит волшебно. Клауса мы потеряли. Где-то он там был. Где, не знаю. Кабина потеет. Давайте обзор открою, что ли. Смотрите, как это волшебно все смотрится. Да. Просто потрясающе. Где бы вы еще так рассвет встретили, а, друзья? Это все с нами в небе, представляете? Для вас старается команда. Погода бомба, контент огонь. Хе-хе-хей. Это все с нами в небе, представляете? Скажи красиво. А вот и Клаус, под нами Клаус. Друзья, я не ручаюсь за качество съемки. Оп, вот сейчас будет получше. Видите, я почистил окошко. Ну, чтобы вы понимали, весь фонарь запотел от этого тумана всякого красивого. Какие волшебные съемки. Окошко закрыть. Закрой окно у себя. О, какая божественная красота вам, друзья. Просто праздник какой-то. Ну и под нами учитель на Сен-Жени. Сейчас мы будем смотреть, куда он планирует лететь. И, в общем-то, будем с ним, наверное, где-нибудь набирать вместе. Клауса видишь? Ага, вижу учителя. Вон он. О, будет, скорее всего, отступать на юг. Посмотрим, как это выглядит. Видишь его? Нет. Вон налево прямо смотри туда, на горизонт. Ага. Зачет, товарищ студент, умничка. Сейчас Клауса не теряет, сейчас это его стихия, волна. Минус 5,6 метров в секунду, скорость 250. Над нами Клаус, он где-то метров на 150-200 выше. И у него планер более высоким аэродинамическим качеством, особенно это проявляется на высокой скорости. Плюс мы еще обвешены камерами, как елка. Да, грибочек то, что надо. Прям огонь. Грибок огонь. Приближаемся к грибочку. Сейчас перед ним будет волна. Я немножечко боком иду. Это может быть не так правильно, но зато очень красиво. Ай, какая красота!
Вообще такое увидеть и можно считать, что доброе утро свершилось. 100%. Да, о. Сейчас жаркнет. Пока просто наблюдайте, как это красиво. И смотрите, как мы быстро над этим грибочком выскочим. Потому что я сбрасываю скорость одновременно еще. Видите? Небо приятно! Эй-гей-гей-гей-гей! Стрелки лежат, друзья. Так, Клаус где? Я его потерял еще там. Внимательно. Но он все равно выше нас. Ты посмотри, какой скороподъемность бешеная. Сумасшедший. Друзья, посмотрите. Я вижу его. Прямо 7 метров в секунду. Ну, он, наверное, дальше полетит. Да, он дальше и пошел, видишь? Угу. Ну, мы чуть-чуть подберем. Ну, где-то точка расставания, скорее всего, будет. Здесь, да? Ну, да. Ну, да, он дальше идет. Ну, ему нужно перенее перелететь. Вот такая красота, друзья. Вот такая красота. Вообще, волновые полеты – это просто чудо. Это магия, магия. Как говорят мои ученики, Волков, все это там, волны, шмолны, все врешь, вот эти формулы какие-то там, роторы. Это магия, просто магия. Возможно, это немножко правда. Но роторы-то тоже есть, посмотрите, вот, шарик вращается. О, вот с этой стороны лучше крутится. Смотрите, как красиво. Видно, как так вот вращается. Ты видишь слева ротор, как вращается? Друзья, спиной назад летим. Север у нас впереди, а ветер настолько сильный, 147 км в час, что мы летим спиной вперед. Увеличить скорость немножко. Вот сейчас смотрите, я увеличиваю скорость, планер разворачивается. Оп, хотя его не разворачивал. Опять приближается тот сладкий миг, 5800 метров. Бег. Вообще огонь. Все. И мы на экран. Полетели за приключениями. Держи ручку. Друзья, я растерял всю высоту на эту красоту. Какой каламбур даже. Растерял всю высоту, снимая эту красоту. Мне сейчас нужно прыгать будет так, чтобы собрать высоту до Пик-де-Бюре, но ну, вы посмотрите просто, насколько это фантастически, фантастически красиво. Я вам буквально сейчас еще разочек быстренько крутану вот этот вид потрясающий и пойду набирать высоту, чтобы еще раз увидеть эту красоту. Друзья, ну это феноменальное зрелище, потому что обычно все здесь по-другому выглядит. Сейчас все горы открыты, торчат из снега, ветер очень сильный, 120 км в час. Но вот очень-очень интересное сейчас, ну, освещение еще такое прям, не знаю. Мне кажется, на экране должно смотреться бомба. Вы как будете это смотреть, пожалуйста, напишите, как вам. Потому что я сейчас вот снимаю вам эту штуку и пребываю в состоянии эйфории, реально. Может, я, возможно, я, конечно, кислородиком надышался, но пока... Я тоже кислородиком. Ты тоже над кислородиком надышался, но пока просто я... Это вот, это ничем не передаваемо. Ради этого стоило в 5 часов 5 минут встать. Просто с рассвета полет. Все, ухожу из этого поля, потому что, представляете, вот туда вниз ушуршать в облака, это будет отвратительно. А вот вам, смотрите, какие красивые. Давай над вершиной сделаем. Мы себе можем это позволить. Смотрите, как красиво. Круг почета вам над вершиной. Представляете, а внизу дует 120 км в час. 120 км в час. А мы здесь тратим высоту. О! А нас придерживает, смотри-ка. Придерживает. Опа! Да? Опа! Ну это типа а-ля динамик. То есть, на самом деле ветер-то сильный. Что, в динамике полетаем? А почему бы благородным донам не взять и не полетать в динамике? Естественно. Почему бы?
Согласен? Благородный дон. Благородный дон, согласен. О, смотрите, друзья, это, наверное, мне награда за то, что я все-таки решил вам это снять. Знаете, как силы бывают, вот вы говорите спасибо там, Волков, что снимаешь нам такую красоту. И я думаю, ну ведь... О, а смотрите, как переваливает воздух, видно вон. Через, да, посмотри, как красиво. Сейчас сдохнет, конечно, камера, к сожалению, на самом интересном месте. Как будто это самое, перемывается через чашу. Да. Сдохнет камера, ну ладно, последние кадры она снимает, к сожалению, потому что батарейка была потрачена на утро. И вот до вот этой красоты она почти, ее почти, ну не знаю, что-то еще снимает еще. Поэтому наслаждайтесь. У меня в GoPro села. Садиться уже осталось там пару процентов. Наслаждайтесь просто, друзья, видом. То есть я в восторге. То есть вот так, чтобы красиво было. Такой настолько белый снег, настолько яркая освещенность здесь. Ну вот редко здесь так бывает. И чтобы так ровненько облака лежали. То есть обычно они такие все замученные, косматные. И где-то на уровне вершин. А сейчас, получается, все вершины открыты. И вот вы наблюдаете вот это вот потрясающее зрелище, которое я вижу. И теперь посмотрите, да, видите, как переваливает струйка облаков через гору. Класс! И мы нашли главное место, где мы сейчас можем еще повисеть и понаслаждаться. Просто праздник. Не день, а праздник. Ой, еще фоточек сейчас наделаем каких-нибудь. Ой. Так что видите, что любое действие, которое служит на благо людям, не остается без вознаграждения. Видите, вот я вам решил заснять, сместился и нашел такое интересное место сейчас. Ну тут даже, наверное, не волна. Тут не волна, а такое что-то динамическое. Вот как переваливает воздух. Видите, переваливает и вниз там. Ю-ху! И тает. Постоянно переваливает, постоянно тает. Слетай на него, посмотрели. А, потрясающе. Так, ладно. Назад, но заигрываться здесь нельзя. Потому что если начнет проваливать каким-то способом, мне надо еще бодренько выскочить отсюда. Как это? Играй, Игорек, но не заигрывайся. Да. Ну, потрясающе. Просто потрясающе. Просто день-подарок. Реально подарок день. Я даже завидую моему ученику Виталию, потому что я-то это видел хоть как-то, а он это видит в первый раз. Представляете, какой у него кайф. Кайф. Это не думайте, что кислород. Это я так качели устраиваю. Ай. Кайф. Хорошо. Хорошо. Эй! Как это, друзья? Погода бомба! Контент огонь! Контент! Что ты с скоростью? Огонь! Я тебе скорость здесь слонил. Смотри, какая. А? Что там? Смотри, как падает. Сейчас на фоне этой горы. Давай, на фоне горы падает. Погода бомба! Контент! Огонь! А кто планером управляет? Ой, о! Ты заснял? О, смотри! Представляешь, это в кадр! Да, это в кадр попало, да! Заснял? Отлично! Это была невесомость, друзья. Ну, я же говорю, контент огонь. Вот хочешь сделать огонь? Будет огонь. Только у меня телефон улетел между ног. Сейчас главное его педалями не раздавить. Слушай, ну классно, да. Классно, реально. И как я поймал, главное, что она совсем невесомость была. Телефон ну, залевитировал. Абсолютно, да. Получается бы чисто. Так, 3200, все, нам надо валить отсюда. Давай, валим, разбирай. Все. Валим через долину. Долину и вниз туда, да? Да, и спустимся уже к нам туда куда-нибудь.